Лето, долгожданная пора отпусков, но вот кто уйти на отдых не может, так это город. Работы в нем кипят вовсю, и постоянный контроль за выполнением этих работ также необходим. Об этом мы и поговорим с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с важного, что может быть важнее, чем дети. На носу у нас 1 сентября, и вот образовательные учреждения вовсю, конечно, готовятся к этому дню. Как ведутся проверки готовности учреждений к тому, чтобы принять школьников? Да, это период, вот летний период, это период забот, хлопот, а именно, вы правильно сказали, 1 сентября – это праздник для учителей, праздник для школьников, особенно для первоклассников. У нас в городе 173 учреждения образования, и все эти учреждения образования, они по графику готовятся к новому учебному году. И детские сады ремонтируются, и группа ремонтируется, и в целом детские сады ремонтируются, капитально ремонтируются детские садики, и также школы. Вот на сегодняшний день у нас 53 школы имеют уже паспорта готовности, то есть они сегодня готовы принять детей. Стоит задача до 20 августа иметь все паспорта готовности, а у нас в школе 71 школа. И все паспорта готовности будут подписаны. Это здесь даже не обсуждению, оно не подлежит, и каких-то там изменений графиков подписания паспортов быть не может. Поэтому я еще раз повторю, что вот эти вот 173 учебных образования, в том числе и детские дошкольные учреждения, в бюджете города у нас около 350 миллионов на текущий капитальный ремонт. Поэтому вроде цифра и большая, 350 миллионов, но если эту цифру разделить на все учреждения образования, получится меньше даже, чем 2 миллиона на каждое учреждение. Но я еще раз говорю, что не каждое у нас учреждение комплексно проводит капитальные ремонты. Ну, к примеру, приведу. Вот недавно мы были буквально в 9-м детском садике на Союзной. Значит, там в этом году сделали модернизацию элеваторного узла и сделали ремонт в одной группе. То есть сделали окраску стен, провели обновление системы отопления. Управление образования поможет в эту группу приобрести линолеум, чтобы он был свежий, красивый. И группа, и дети зашли в группу, уже увидев свою группу в новом состоянии. Ну, я считаю, что она будет капитально отремонтирована. Поэтому здесь еще раз говорю спасибо огромное это и педагогам, это и директорам учреждений. Почему? Потому что их вот эта вот забота, их умение вовремя и в короткие сроки сделать эти ремонты, особенно в детских садах. Почему? Потому что школу мы закрываем на каникулы, детский садик, он функционирует постоянно. И вот где-то одну группу ремонтируем, детей переводим в другую группу. Это, конечно, небольшие неудобства, но это временно. Обычно группу ремонтируют, ну, неделя, полторы, две, самое большое. Поэтому вот так вот постепенно мы, выводя из эксплуатации группу, детский садик доводим до полного текущего ремонта. Поэтому здесь, еще раз повторяю, система контроля и система отслеживания ремонта, это лежит на плечах управления образования. Немаловажный вопрос, вот то, что вы задали, именно проверка. Как все-таки готова школа и кто этим занимается? В этой комиссии находится представитель ГОЧС, в этой комиссии находится сотрудник ГИБДД, ну, в этой комиссии находятся те профессиональные специалисты, которые смотрят инженерную систему в школе, это система отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, если оно присутствует, то есть смотрят все, кровля, стены, все то, что может сегодня негативно сказаться на нахождение ребенка в учреждении. Пожарная сигнализация, это первостепенно. Вот первостепенно. Не только пожарная сигнализация, но и те пункты, где должны находиться противопожарное оборудование. Щиты должны быть полностью укомплектованы, если они по паспорту должны находиться в этом учреждении. Поэтому жесткий контроль и жесткая позиция комиссии перед тем, как пригласить
директором школы комиссию на подписание этого акта готовности, они очень серьезно к этому готовятся. И поэтому здесь вопрос стоит не просто, вот надо подготовить, а вопрос стоит о безопасности. Да. И для нас сегодня безопасность нахождения ребенка в учреждении – это первостепенный и самый важный аспект. Ну вот вернемся. Да, к вопросу реализации проекта «Дорога к школе», потому что нахождение в учреждении – это важно, а дорога к этому учреждению тоже немаловажно. Какие работы предстоит выполнить вот в рамках этой программы «Дорога к школе»? Да, мы в первую очередь сегодня обратили внимание на, значит, именно те многочисленные жалобы родителей, кто говорит, что действительно невозможно ребенку идти в школу. Но мы обращаем внимание прежде всего на те моменты именно безопасного движения в школу. Это сегодня мы обновляем пешеходные переходы. То есть выкрашиваем их в разный цвет. Вы обратили, наверное, внимание, что уже есть зебры, так называемые, разного цвета. Ставим дополнительное световое оборудование. Асфальтируем дорожки в том месте, где имеются моменты, что где-то выбоины, где-то, значит, пришел в негодность асфальтовое покрытие. Ну, деформация полотна. Да, да. И сегодня я не говорю, что все учреждения образования, то есть все 71 объект, они будут в этом году сделаны. Нет, мы работы будем проводить до октября месяца, до понижения температур. И в следующем и последующие годы эта программа в городе будет действовать, и мы не уйдем от нее никогда. Потому что сегодня, сделав, окончив работы в последней школе, мы опять будем возвращаться к первоначальной школе, где мы делали ремонт, потому что дороги, они всегда приходят в негодность, где-то приходит в негодность и пешеходный переход. Но кроме еще пешеходных переходов, мы делаем еще и дополнительное ограничение движения. Лежачие полицейские? Лежащие полицейские, так называемые, да. Мы их устанавливаем. Хотя на нас очень сильно жалуются, но я всегда говорю, безопасность ребенка, она превыше всего. И сегодня пешеход, он должен вообще, вот пешеход это главное. Это малыш идет в школу или в детский садик, или пешеход на дороге. И сегодня автомобилист, он защищен как-то, он защищен в автомобиле. Да? А пешеход, он ни от кого не защищен. Пешеход – это вот тот человек, который идет, и он защищен только тем инженерным оборудованием, теми знаками, теми пешеходными переходами, светофорами, леерным ограждением. Поэтому сегодня надо вот на это обратить внимание, и будем мы обращать внимание, что первостепенно и первую важную роль на сегодня на дороге играет пешеход. То есть организация, тем более маленький пешеход. Маленький, тем более, да, мы говорим про школе. А для школьников мы будем делать сегодня все возможное, то, чтобы не только сократить, вообще уйти от такого понимания, как детский травматизм, именно по посещению школ. Ну, Коля, уж мы заговорили о дорогах для маленьких пешеходов, сейчас перейдем к дорогам для больших автомобилистов. Я про реализацию национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Здесь хочу остановиться на ремонте улицы Волочаевской. Туда не заходили службы уже, по-моему, 10 лет где-то. Вот сейчас какую оценку можете дать? Насколько ремонт продвигается? Ну, там? Вы знаете, я как мэр города никогда не буду удовлетворен. Да, ну, это вот такое состояние души у меня. Мне хочется всего много-много лучшего качества. Конечно, постарались дорожники на славу, хорошо, молодцы. Но оценку производства работ дает у нас независимая экспертиза. Это не мое там какое-то. Вот я говорю, что хорошо, значит, так оно есть. Нет. У нас есть специальные заключенные договора с независимой экспертизой. Они приезжают, берут пробы асфальта, берут, вообще смотрят, следят за производством работы. Только после того, как улица, участок дороги закончился в ремонте, экспертиза дает заключение, что да, дорожные работы произведены надлежащим качеством и надлежащим уровнем. Тогда только после этого мы производим оплату подрядной организации. Есть моменты, есть вопросы по Волочаевской. Это заезды на дворовые территории еще не доделаны. Но в связи с непогодой дорожники сегодня у нас не работают. Просто асфальт ложить, укладывать нельзя.
Поэтому, это момент. Да, как только у нас погодные условия нам позволят дорожные работы проводить, значит, мы вернемся на улицу Волочаевскую и доработаем все те заезды на дворовые территории, которые сегодня еще, ну, как-то какие-то неудобства, неудобства для граждан есть. Поэтому нет, мы с Волочаевской не уйдем до тех пор, пока мы ее полностью не доделаем. Тут же стоит сказать, что выделение средств было на продолжение ремонта, да, дополнительно? Конечно, да, да. Вот не просто это вот мы захотели улицу Волочаевскую делать. Средств, конечно, никогда их не хватит. Нам хочется больше, больше, больше. И поэтому сегодня эта программа «Безопасные качественные автомобильные дороги» – это источник финансирования, это и федеральный источник, это правительство Хабаровского края, это муниципалитет. Поэтому только вот три источника, благодаря этим трем источникам финансирования, благодаря федеральной программе, мы можем и делаем качественные автомобильные дороги в городе. Но я же еще хочу сказать, это же не только асфальт. Это и новые светофорные объекты, это и новое леерное ограждение, это и новые пешеходные переходы, это вот все то, что связано именно безопасное слово, да. Понимаете, безопасное, связано с безопасностью, мы это делаем. Мы в городе уже снизили порядка на 30% участки, где ранее были часто совершаемые дорожные происшествия. То есть мы от этого уходим благодаря вот этой вот программе безопасной качественной автомобильной дороги. Установка новых светофоров, новых леерных ограждений, дополнительные пешеходные переходы, ну и так далее, и так далее. Ну и сейчас к вопросу, который висел в воздухе уже долгое время. Вот, наконец, какое-то решение принято, пусть предварительное, но это развязка Воронежская Большая Шелеста. Презентация произошла буквально вот накануне. Что выбрали? Что посмотрели? Да, мы долго шли к этому, и она сегодня, вчера назрела эта проблема сдерживания автомобильного потока и с юга на север, и с запада на восток, и с востока на запад. И вот эта вот развязка большая, Шелеста-Воронежская, она вот просто сегодня необходима, Да, действительно, прошла презентация, очень интересные два проекта. Проектов было много, но выбрали вот этих вот два, чтобы на обсуждение. Это турбина и большой клевер. Хорошие проекты, вы знаете, они оба имеют место быть. Но исходя из экономической целесообразности, временного рамка строительства, ну, я повторюсь, если большой клевер по строительству где-то полтора года, то турбина около двух и более лет строится. Если цена большого клевера, ну, будем так говорить, по грубым подсчетам, полтора миллиарда, то большого клевера 2,5 миллиарда. А вот почему 2,5? Тут же есть свои нюансы тоже, да? Я хочу сказать, что если большой клевер в строительстве этой развязки будут использоваться только местные ресурсы, это и все то, что делается на Дальнем Востоке. Ну, металл, Комсомольск-на-Амуре, щебень, он, пожалуйста, здесь есть цемент, Спасский цементный завод или Белозерский цементный завод. То есть это все в пределах, ну, будем говорить так, в пределах доставки по железной дороге, это, ну, сутки, самое большое, сутки. Если брать турбину, то там очень много будет использоваться металла, а этот металл у нас изготавливается только в Курске. Это завод, который в центре России. Доставка очень, логистика не такая, не очень хорошая. Ну, да. Доставка, и если мы большой клевер можем строить при любых условиях, при любых температурах, то есть весна, зима, лето, осень, то турбину мы можем строить только при положительных температурах. Угу. Вот и поэтому срок строительства затягивается. Цена практически на миллиард больше. Ну и когда мы работаем с колес, оно удобно, когда оно все рядом, все доступно. И большой клевер, он... не надо для него выравнивать рельеф. То есть мы будем строить его на том рельефе, какой сегодня есть в этом квадрате, где будет использоваться строительство этой развязки. Поэтому сегодня презентация прошла, будет объявлен конкурс на проектирование. Проектирование в течение года. Ну, это очень длительный процесс.
Самое главное – это государственная экспертиза, это по окончанию проекта. И я уверен на 100%, что в 2021 году мы разыграем конкурс и приступим к строительству этой развязки. Вот в рамках проекта, там же предполагается, я насколько знаю, расширение улицы Большой, да, это смена красных линий. Да, Очень волнует вопрос жителей города. Я хочу сказать, что при строительстве этой развязки предусматривается расширение улицы Шелеста, расширение улицы Большой. Но это, опять же, еще раз повторяю, в границах красных линий. Но при строительстве развязки мы эту работу начали еще лет 10 назад. Мы предупреждали всех, кто собирался там строиться, собирался расширяться. Мы им говорили, что невозможно это делать. Почему? Потому что будет строиться развязка. То есть те, кто находится в пятне застройки, они знают. Они готовы к этому. Нам придется там выкупать земельные участки, выкупать частные постройки. Почему? И проект он такой дорогой, потому что все-таки мы будем отчасти земельных участков покупать, еще раз повторяю. А это все-таки рыночная цена, и тут мы будем уже договариваться с собственниками. Но хочу сказать, что рыночная цена и кадастровая цена, мы будем придерживаться, конечно, той золотой середины, то есть что сегодня на рынке есть, на эту цену мы будем договариваться с собственниками земельных участков и собственниками имущества. Поэтому здесь, я думаю, здравый смысл возобладает. Все мы патриоты города Хабаровска, все мы понимаем, что эта развязка нужна прежде всего тем, кто пользуются этим трафиком движения. Ну и, что немаловажно, если посмотреть, то картинка, она очень красивая. Ну и действительно, в жизни будет, наверное, это самая большая развязка, которую когда-либо строили на территории города Хабаровска. В общем, думаю, все придут к общему решению. Конечно. Поживем, увидим. Я уверен в этом. От благоустройства дорог сейчас хочу перейти к благоустройству дворов. Это муниципальные гранты, конкурс становится все популярнее. И вот хочется напомнить об условиях участия в этом конкурсе. Да, если вы хотите, чтобы ваш двор тоже зацвел, по-новому зажил, что нужно для этого сделать? Да, я очень признателен нашим хабаровчанам за то, что они поддерживают эту программу. Даже не поддерживают, а они требуют продолжения ее и дальше. И я принял такое решение, что этой программе быть. Сегодня что такое? 33% собственных средств, и вы в программе. То есть подать документы, мы их принимаем каждый год весной, с марта по апрель, и становитесь в очередь, и если вы в этом году не попали, то в следующем обязательно ваша очередь придет, и вы будете участвовать в этой программе. То есть всего-то, да, собственники жилья должны общее собрание решить. Да, участвуем? Да, участвуем. Да, поскольку? Да, постолько. Да. Что хотим сделать? Да, большинство собственников сказали, да, мы хотим благоустраивать свой дом. Ну и бюджет всегда готов помогать. Я еще раз повторяю, 33% это средства собственника, а остальные это средства бюджета. Это ведь благоустройство не только, как мы всегда говорим, это асфальтовое покрытие или тротуарная дорожка, там брусчатка. Это и установка малых архитектурных форм. То есть вот я сегодня уже скажу такой пример, что собственники уже не хотят жить вчерашним днем. Они живут уже будущим. Они сегодня сами требуют и говорят, мы будем устанавливать малые архитектурные формы, спортивные какие-то снаряды, уже новые, то есть с высокопрочного пластика. То есть собственники уходят уже от железа. Это прошлый век, да, это травмоопасно. А мало того, они говорят, мы хотим резиновое покрытие, чтобы это все оборудование стояло на резиновом покрытии. Это правильно. Как должно быть, это да? Так и должно быть. Да, ребенок, все дети там, упал на коленку, на еще как-то, это менее травмоопасно. Да, будут какие-то царапины, но представьте, если малыш упал на резиновое покрытие и малыш упал на асфальт. Есть разница. Это просто эстетично даже. Это эстетично, это красиво, это долговечно. Да.
это резиновое покрытие, оно заменяется. Там, ну, где-то получилось что-то, вынули участок, там они идет как вот такой шахматкой укладывается, вынули этот лист, заменили, положили новый, все. Это намного дешевле, это эффективно, это экономично, но и прежде всего это экология совершенно другая. Поэтому я сегодня благодарен нашим собственникам за то, что они заботятся о своих дворовых территориях и не просто заботятся, а они коллегиально принимают правильные решения, делают благоустройство дворовых территорий. И я в этом их поддерживал и буду поддерживать. Мы эту программу не только будем продолжать, но и увеличивать долю финансирования из бюджета. То есть участвуйте, хочется сказать, да, вас поддержат. Вы упомянули такое понятие, как чистота. Вот к чистоте хочу перейти и поговорить про контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов. Тема такая модная, важная, да, на слуху у всех. Да, конечно. Вы знаете, если вот так вот задуматься, ведь это не только модно, это мы в корне можем изменить нашу экологию. Но вот вы представьте, если пластик разлагается в земле только через 100 лет, а взять элементы питания, ну, батарейки наши, а взять люминесцентные лампы, содержащие ртуть, это ведь все в общий контейнер сегодня. Все. Стекло, тряпье, пластик, там что-то. Органика, все туда. Все, все в контейнер, и это увозится на мусороперегрузочную станцию. Там элементарно что-то. Тряпье, пластик, а остальное все уходит на полигон твердых отходов. Это неправильно, так оно не должно быть. Мы должны сегодня думать о завтрашнем дне, о наших детях, о наших внуках. И вот это вот понимание, то, что раздельный сбор, это ведь не только экология, это еще и экономика. Это экономика, которая сегодня позволит поднять малый и средний бизнес. Ведь раздельный сбор питания, прошу прощения, раздельный сбор ТКО – это организация новых предприятий. Да, переработка пластика. Переработка стекла, переработка тряпья, переработка металла, переработка легкого, тяжелого всем металла. Всем найдется, в общем, по всем отрасли. Найдется, да. Да, вот всем найдется та ниша, в какую он хочет, направить свою силу, свою энергию свои знания. Для этого много не надо. То есть поставив... Сегодня у нас уже есть на дворовых территориях, это и на Шатово, есть и другие микрорайоны, где стоят отдельные контейнера, где отдельно собирается пластик, отдельно собирается тряпье, бумага и так далее. То есть 3-4 контейнера уже собирают раздельно. Но нам надо дойти до такого состояния, чтобы мы 90% ТКО перерабатывали в нужный для экономики продукт. Продукт нашего с вами повторного применения. Но эту работу я бы попросил всех, начиная от родителей, начиная от воспитателей, учителей, эту надо начинать работу с трех, а может быть даже еще и раньше, как только ребенок пришел в детский садик, уже надо ему прививать это понимание, что сегодня есть необходимость. Делать учебные классы в классах. Ну, почему нет? Принести там бутылку маленькую, пластиковую, там еще что-то, и что-то поставить, маленькие контейнеры, и спросить у малыша, ты бы куда это вот бросил? Вот тут эти вот такие вот уроки, такие вот такие занятия, они воспитывают вот именно с такого возраста. Вы же заметили, что сегодня город стал чище. Чище. Чище стал. Не из-за того, что мы стали лучше его убирать, а из-за того, что сегодня жители стали меньше сорить. Культурнее стали, понимаете? Мы ведь этого давно добивались. Мы к этому, если вспомнить 15-20 лет назад, что было на территории города Хабаровска, ну, скажут зрители, не со мной согласятся, что ну, стыдно и страшно было выйти на улицу. Сегодня этого нет. Сегодня город чище. Я благодарен нашим жителям, потому что культура поведения в общественном месте, она вот именно начинается с того, что ну, мы пьем всегда, там, кушаем что-то, и всегда это выбрасывается в урну.
Это просто здорово, это так приятно, такая гордость вызывает за наших хабаровчан. Также и раздельный сбор твердо коммунальных отходов. Вот пока мы не начнем вот эту вот школу с детства, с детского садика, мы ничего не добьемся. Мы будем говорить, да надо, надо, надо. Вот это надо будет на протяжении 20, 30, 40 лет. Нужна, во-первых, учеба, потом нужен закон, который бы воспитывал все-таки тех невоспитуемых граждан, которые в пластик бросают тряпье или в макулатуру бросают железо. Это есть, устанавливаются видеокамеры, все это выводится на мониторы и методом воздействия предупреждения, а в конце концов и штрафа. Потому что, ну, ты будь законопослушным гражданином. Слушайте, и кнут, и пряник. Обязательно. Все вот применимо. В этом деле сегодня это должно присутствовать. Ну, мы давайте обратимся к опыту наших соседей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они ведь то же самое с этого и начинали. Детский сад, школа, а потом кнут, потом пряник. Вот и все. Здесь эта проблема, она у нас в голове. Вот когда мы свое сознание переломим, тогда у нас все получится. А я уверен, у нас получится. Теперь я тоже уверен, у нас все получится. Вот хочется еще затронуть не только город, но и частный сектор. Конкретно введена система сбора мусора в специальные пакеты желтого цвета, да, которые затем выставляются на обочины, их собирает в определенные часы спецавтохозяйство. Вот что по этой программе скажете, не все понимают, как это работает. Это работает. И это работает очень хорошо. Почему? Потому что на каждом жилмассиве частного сектора, даже по каждым улицам, есть график вывоза этих пакетов. Он соблюдается элементарно. То есть я знаю, что на определенной улице во вторник, в четверг приезжает машина. Жители частного сектора уже знают, что утром в 8 или в 9 часов приезжает машина спецавтохозяйства. Они к этому времени или уходя на работу, они в этот день выносят этот пакет желтого цвета, вы правильно говорите, и спецавтохозяйство его забирает. Или та организация, с кем заключили договор на вывоз твердокоммунальных отходов. Почему это большие специальные пакеты? Да, это не просто да, вот это, желтый. Ну, если мы говорим вторник, четверг, ну, представьте, представляете, с четверга до вторника, сколько накапливается мусора, или со вторника до четверга. И я хочу сказать, частный сектор, там, где работает эта схема, он просто изменился. Чище. Он намного чище стал, то есть там нет контейнерных площадок, там нет вот этого мусора рядом с контейнерной площадкой. Мы ушли от засилия четвероногих животных. Вот. Потому что, ну, это среда обитания, когда нет что взять или нет что там покушать четвероногим животным, их нету, все. И сегодня она идет тяжело, потому что люди привыкают по ходу движения или на автомобиле, или пешком, взял маленький пакетик, и ежедневно можно выбросить в этот контейнер. Но ведь, он не резиновый контейнер. Вот, да? Но еще и поймите, в этот контейнер приезжают еще из других районов и выбрасывают этот мусор. Мы знаем расчет объема выносимого мусора на определенном жилмассиве, и мы говорим, что да, вот этих вот два контейнера достаточно для того, чтобы приехать его раз в неделю вывести. Это график таков. Ну, ничего мы от этого не сделаем. Но когда туда приезжают грузовики, приезжают другие машины, вы складируют этот мусор. Там после ремонтов, мебель старая, все что понимаете. Угодно, да? А сегодня, когда контейнера нету, ну, никто не поедет и выбрасывать этот мусор куда-то в поле. Ну, я так образно говорю, на чистую улицу этого нет. Поэтому там, где жители, уличные комитеты, сами жители принимают на собрании такое решение, мы с удовольствием им идем навстречу, убираем убираем контейнерную площадку, убираем само место, дезинфицируем его, преобразуем его. Ну, нормально, хорошее состояние. И люди, покупая эти пакеты, они
все привыкли к этому уже и говорят, нам другого не надо. Вот опять же, сила привычки, да? Нужно сначала заложить у себя здесь и посмотреть, как это работает. Я призываю всех граждан, жителей частного сектора, перейти на эту систему, и вы увидите, насколько чище стала ваша улица, и вы перестанете наблюдать четвероногих животных на ваших улицах. Это аксиома, которая не требует доказательств. Там, где есть источник питания, там всегда есть четвероногие животные. Когда мы освобождаемся, уничтожаем этот источник питания, все, они уходят от вас. Они ищут другое место. В общем, чисто там, где они мусорят, правда? Это однозначно. Ну, сейчас хочется уже так более глобально охватить то, что происходит с нашим городом. А город что? Несмотря на лето, готовится к зиме. Сложные участки есть какие-то? Сейчас я имею в виду, например, микрорайон Большой Аэродром. Да? Там есть свои нюансы. Как вот вы мониторите ситуацию там? Да, это тяжелый микрорайон в плане инженерных сетей. Инженерные сети нам передал Военвед. Это около 36 километров. Это и система теплоснабжения, система водоснабжения, система водоотведения. Вся вот эта инженерия, она в Большом аэродроме находилась, ну, будем так говорить, в воздушной линии. Угу. То есть отопление проходило среди дворов, среди проезжей части, внутри квартальных дорог. А система водоснабжения шла спутником, то есть она находилась между двумя трубами горячего системы отопления. Она всегда была теплая. Ну, представляете, что такое, когда... Одна горячая труба, вторая горячая труба, посередине труба холодного водоснабжения домов. И вот мы уже на протяжении 4 лет этот микрорайон облагораживаем. Именно убираем сети, которые находятся, то есть мы будем называть воздушные, и укладываем их по нормативу. Это трудоемкая работа, это затратная работа. И я уверен, что мы с этой работой справимся, и мы же не просто укладываем, мы после того, как провели работы, полностью делаем благоустройство. И что немаловажно, я благодарен и тепловым сетям, и водоканалу о том, что они используют в этих ремонтных работах только новые технологии. Только новые технологии. Если укладывают трубу, то эта труба по гарантии она будет лежать в земле 50 лет. Если мы сегодня ставим новый канализационный колодец, то мы переходим уже к пластику. Никогда такого не применялось, это впервые. Мы пробируем, и это очень качественный. Он также будет стоять, а мне специалисты сказали, что к нему можно не возвращаться до 100 лет. То есть он не гниет, он не коррозирует, он не осыпается. Это высокопрочный пластик с добавлением специальных мастик, которые выдерживают вот эту вот агрессивную среду. Это мы начали экспериментировать, это хороший эксперимент, это дорого, но это вечно, практически вечно. Если мы железобетонные кольца меняем где-то раз в 10-15 лет, потому что они разрушаются, агрессивная среда, и низ колодца он разрушается, то они будут стоять до 100 лет. Поэтому здесь я благодарен и водоканалу, и тепловым сетям, то, что они, ну, они самоотверженно сегодня работают, потому что они понимают, они делают это для себя. Если сделал микрорайон, забыл на него, вот, как я говорю, на 50 лет и туда возвращаться просто больше нет необходимости. И жителям хочу сказать огромное спасибо за их терпимость, потому что, ну, когда на дворовой территории все лето работают, конечно, это неудобно, конечно, это вызывает какое-то раздражение, но они понимают, что это делается для них, они понимают, что они видят, как благоустроен их соседний двор, откуда ушли наши компании, это тепловые сети и водоканал, поэтому я им за это благодарен. В общем, Сергей Анатольевич, вы держите руку на пульсе. А в общем, хочу сказать, на подготовку города к зиме мы потратим это все целое. Это и текущий ремонт, и капитальный ремонт, это ремонт инженерного оборудования внутри дома. Около 2,8 миллиарда рублей. Это на весь город, на весь жилмассив. А если еще взять подготовку дорожного хозяйства, это в общей сложности около 5 миллиардов рублей город в этом году потратит на
подготовку к зимнему периоду 2019-2020 года. Ну, зима, хорошо, далеко. Как подготовится город к этой зиме, вы, конечно, проконтролируете. А мы пока, наверное, еще понаслаждаемся летом. Я напомню, что гостем нашей студии был мэр города Хабаровска Сергей Кравчук. Сергей Анатольевич, еще раз большое спасибо за беседу. Вам спасибо.